Здесь или с той стороны? Даже не знаю. Давайте с этой стороны. Итак, коксовая печь. Фальш, да? А, полностью ее заделать надо. Думаю, что-то они у меня попросили 27 штук, а не... Ой! А не 26. Ну, на... О! Значит, у меня блоков здесь... Угольных должно быть много. Ну, есть пара-тройка. Но в любом случае мне надо... Здесь есть еще такой. В любом случае надо идти сейчас за лавой, да? А нет, не надо ни за какой лавой идти. Он сам работает без лавы. Хорошо. Нет у меня здесь ни... Какого сундука? Значит, что дальше? Это я сделала. Ну, что дальше, что дальше? Дальше надо ждать. Без коксового угля ты ни хрена не можешь, Леночка. Да, вот это еще как делается. Опять. И опять надо 5 штук, да? Хорошо, это пускай пока работает. Надо сейчас. Заколебали. Мне надо сейчас сделать еще раз вот это. А, мне только вот сколько. Так, полированный кварц. Итак, с одного, как мы помним, 1, 2, 3. 2 обсидиановая пыль. 1, 2, 3. 5. 5. И, подождите, а где пыль была? Нет, не незерская. Подождите. Господи. Обсидиановая пыль. Не порошкообразный, Лена, а обсидиановая. Пыль. Так что бери обсидиан, иначе ты сейчас опять наделаешь делов. Где мой обсидиан? Вот. Вот, держи обсидиан и вали ровненько. А, пирог там у меня, да? Может взять больше. Сколько туда влезет все это? А, я так и не проверила, потому что не было возможности. Давайте вот еще 15. 3. Так, как ты делаешься? Облаживаешься вокруг, да? Да. Это у меня 4, это 9. 9. Ну, хотя бы мне... Так, блин, 8, 9, 10. Вот 10, хорошо. 9, 10, где бумажка? Красная. А моя белая уже все накрылась медным тазиком, да? Хорошо. Так, а нафиг я... Ну и все. В
Все равно мне надо было только 10. Я хочу на 10 поэкспериментировать. Не лезет. Блин, кубки эти. А, сундук еще хотела взять. Давайте бочку. Так, это может разбить все-таки. По 4 будет. Наверное, 4. Где? Вот она. А этой штукой я могу. Нет. По 2 получается. Так что в любом случае так было лучше. Потом надо закинуть сюда же. Ай, Лена, соскакивай. Вот это. Давайте сюда. Одна. Что-то я не понимаю. Одну забросила, получила одну. Сколько я там тогда забросила? 9 или 10? Получила еще 9. И назад 8 обсидиана. А если я сейчас этих 8 обсидиана туда заброшу? Опять 8 обсидиана осталось. И 8 мне добавили. Так. Эксперимент продолжается. Не понимаю, почему. Мне в любом случае его надо в 2 раза больше. Значит, мне его... Ну вот, 20 уже есть. Значит, 9... Уже 6. 2 убрали, да? Нормальненько так. Когда много кидаешь, когда мало кидаешь, ничего не получается. Так, 10, 20 и вот этих 30 надо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Хорошо. Сейчас... Ой, а где у меня пирожки? Вот. Так, пирог. А, вот у меня здесь была и пыль. Блин, у меня вон сколько кварца. Хорошо. Давайте я это вот все сюда. 10, 20, 30 и пирог. Хорошо. Где? Так, сейчас будем пытаться все это сюда забросить. 30 это. Ого, с первого раза. Ну, в общем, должно получиться 10 штук. Пойду выключу. Да,
давайте. Ну, 10 штук получилось. Мог бы и больше сделать, да? Жалко пирожка. Ну, ладно. Так, это мы 10, а мне нужно 5. Так, что у нас здесь с коксовым углем? Блин, еще ни одного не сделал. Ну, скоро, да? 70%. Хорошо. Так, сейчас будем делать вторую печь. Так, такие кирпичи. 5, 6, 30. Так, такие кирпичи и такие кирпичи. Так, эти кирпичи у меня наторгованные. Есть. Ну, здесь 28. Не 4. 5, 4, 20, да? И обычные кирпичи. Так, корова, отойди. Кажись, правильно. Где? Ой, раз, два, три, четыре, пять. Так, зашибись. Значит, тоже идем туда. Хорошо. И вот здесь вот можно делать уже сталь. Да? Да, железо. И вперед. Хорошо. Так, доменная печка. Раз, два, три. Раз. Я так полагаю, так же, насколько я помню. По предыдущей сборке. Ой. И да. Сейчас железа у меня нет с собой. Ну ты даешь. Пошла доменную печь ставить. Если... Ну ладно, потом, если чуть что, блоки сделаем. Потом. А, так сюда ж надо уголь этот коксовый класть. А не древесный. Ничего, на этом тоже поканает. Ну ладно, пускай на древесном. Здесь еще ничего. Хорошо, здесь сейчас я вот почку эту поставлю. И сюда вот это добавлю. Я сюда могу и этот уголь положить. И что? Я не понимаю, почему он не сработал. Такое ощущение, что оно не срабатывает именно как там семена, потому что я перехожу туда-сюда обратно. Вот видите, как замечательно. Стальной слиток делается. И шлак, и стальной слиток. Все есть. А здесь вот не сработал угольный блок. Или поставила положить уголь, не мучиться с этим. Отдай. Давайте штук 45. Чтоб ты побыстрее как-то. Ну, здесь резвенько, так резвенько. Хорошо. Так, давай я... Оба-на, это не идет, да? Фигово. А, обычный уголь идет. И обычный уголь не идет. Что, только древесный, что ли? Черт. Ну, это я сейчас организую. Так, идем. Печки у меня здесь есть. Что я... Ой, я есть хочу. Mm.
Так, древесный уголь, говорится, да? Четыре. О, спасибо. Ой, это плавильня. Хорошо, держите. А там у меня две плавильни, обычных печек там нет, да? Хорошо, сейчас здесь это все прогорит. Нет, надо идти. Надо сейчас сделать еще одну печку. Две. 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5, 8. Так, делаем. Берем и валим туда. Так, ладно, ты пока стой здесь. Ну, наконец-то! Коксовый уголь появился. И немножко криозота. Замечательно. Значит, ведро я оставляю здесь. И мне еще надо сделать сюда эту самую штуку такую, чтобы этот криозот отсюда выливать. Так, хорошо. Значит, мне надо сделать 64 стальных слитка. Сделаем. И вот эти вот обработанную древесину, но это надо криозот. Хорошо. Ну вот ничего, так продвинулись мы по этим делам. Так, а здесь, да, рамка механизма. Рамка механизма это вот нефтяной. Ой, блин, дуговую печку, нефтяной кокс. А где взять нефтяной кокс? Вы что, издеваетесь? Вы что, издеваетесь надо мною? Сернистое дизельное топливо, вода, битум, нефтяной кокс, битум. Разделитель. Meine Güte. Битумный песок есть? Чё, серьезно? Из нефти. А нефть где взять? Черная. Нет, с лазерными линзами я делать ничего не буду. А здесь это если я могу купить, да, планшет. Опять пластик. Затвердевание в мире, хорошо. Древесный уголь, биодизель. А, я не могу вот это сделать, потому что мне надо сжатый. Чтобы сжатый, сжатое железо сделать. Мне его вот здесь надо сделать, чтобы его... Потому что барокамеру я тоже не могу сделать. Чтобы здесь сделать, надо сделать гнилую вот эту херню. Чтобы эту сделать гнилую херню, мне надо построить индукционную плавильню. Чтобы индукционную плавильню, мне надо нефтяной кокс. Ой! Держите меня, три человека! Как ты строишься? Ты строишься иммерсиво... Петролиум. Ой, шайся. Ой, все! Задурили голову мне... Совсем, ребята, эти. Сейчас я вот наберу целый, получается целый, да-да, 1464 стали. Поставлю здесь криозот убирать. Ну и будем продолжать дальше потом. Все. Thank you.
Дайте еще приликов и уйду я от вас. Да. Смеваю руда. Эти. Все влезло. Ты на каком? На пятом. Ну ладно, пошли по пятому. Хотя приликов было много именно на 11 уровне. О, здрасте. Подзарядим. Так, что? Опять ничего не влазит. Так, что уже? Хорошо. А я взяла второй рюкзак. Да, слава тебе, Господи. Так. Починилась. О, прилики, прилики. Так, все забрала. Да. Здравствуйте. Красота. Так, дальше. Какой уровень? 6. Только сказала, что пойду на 11, сразу прилики появились. Отлично. Так. Ой, сколько мне там еще топать. Ой, еще полдороги даже не прошла. Ладно. Я ходила на покопать. Так, что я набралась? Набралась вот всякой фигни. Так, я еще сюда пере... Нет, не перенесла животных, а по новой их создала приманками. Сделала вот здесь воду. И смогла сделать вот двух кур и двух коров. Вот на таком большом загоне. Пришлось тоже травы здесь мукой вырастить. А то они, видите ли, без травы не хотели. И сделала вот воду там и там. Так что коров я сюда перенесла. Так, эта штука опять не работает. Да что это такое? 4. Пока копала, насобиралась. Ну, блин. А идите вы нафиг. Так, и, ну, здесь все, да? Ну что, ты вкалываешь, да? Вкалывает. Молодец. Что делаем? О, уже 3 брилика накопал. Ну, ты даешь. Так, и я сделала стальные слитки. Дерево я выставляла. Давайте сейчас выставлю. Так, на пока что. Это уголь. Почему-то сюда влазит только древесный. Уголь. Так. Так, так, это что? Здесь что? Делает. Молодец. Отлично. Так, я уже ведром здесь вот собрала эту фигню. Итак, сейчас я выгружусь. Вот это вот все. И будем дальше разбираться. Где-то у меня тут... Так, выгрузилась я, все сделала. В общем, тут дорожки провела. И что я еще сделала? Спасибо, борщ рассказал мне. В общем, я разводила здесь коров, убивала их. И сделала я такие 30 уровень своей книжки, но еще ничего... Ой, своей книжки говорю. Это... Вот этой фигни. У меня сейчас 30 здесь уровень. В общем, ну я потом этим займусь. Итак, убрала отсюда дерево. Мешало оно мне здесь. Убрала это все. В общем, сейчас у меня здесь чисто полигон для крафтов. А наверху будем все крафтить. Так. Ой, блин. Нет. Здесь тоже наделала. Порядок навела. Короче, продолжаем. Значит, я сделала, значит, сталь. Забираем. Что дальше? Дальше надо вот такую фигню делать. А чтобы такую фигню... Кирпичи продвинутой доменной печи. Кирпичи доменной печи. Стальная пластина. 27 штук. Обожженные кирпичи. Так, еще раз. Мне надо вот эти кирпичи доменной печи. Ну да. Разобрать, что ли, это дело. А сколько у меня там еще чего? Ой, блин, 15 блоков еще. Хорошо.
Эти 15 блоков сейчас будем собирать. И надо... И еще мне надо что-то сделать. Чем мне это все дело? Так, пардон. Так, иммерсивер, да? Инженеринг. Сейчас. Подожди. Так, ну молот инженера у меня есть. Руководство инженера у меня тоже есть. Но мне надо... Какая-то такая фигня, тень. Шахтерский бур. Да нет, ерунда это. Рельсотрон. Бензопила. Где покажут мне, как строить вот эту фигню? Это что? Проектор. Проектор. Фонарь. Ага. Так. Значит, нужны... вот это. О, что, начатого нигде нету? Ой. Блин, еще скажите, что надо... Так, встань в мир. А где мое все? Барах. Нет, оставайся на месте. Хорошо, так это сюда ты наливайся. Итак, вот этот проектор, чтобы хоть видеть, что я буду ставить. Две железных пластины. А где? Нет, я все правильно полезла. Так, две железные пластины. Итак. У меня же где-то такой фонарь был. Ну ладно, поздно. А, обработанная древесина. Блин да мейс. Так, ведро криозота. Идем за криозотом. Древесину. Это доски, да? Где-то я тут досок... Вот, у меня тут досок этих. Давайте все. А что там у меня еще? Обожженные кирпичи. Нет, это не то. Так, сейчас идем за криозотом. Так, дайте криозота. Я пришла, а ведро ты взяла, чтобы брать криозот? У меня здесь заныкало было. Так, блин, надо было... Так, надо как-то это автоматизировать дело. Что-то я забираю, оно все никак не уходит. Не поняла. Так. Я вообще-то перезашла в мир. Полностью выключала игру, и сейчас у меня какой-то баг. Так, давайте-ка... Так... А, стоп, древесина. Все равно какая, да? Я так понимаю. Ага, один раз получается. О, кассовый сундук такой весь красивый. Да, елки-моталки, надо... Ну, я сейчас это... Сделаю себе этих досок... Сюда надо другой засунуть. Так, сколько у меня уже? 16. Ё-моё, можно это как-нибудь? Да, можно. Это можно залить. Вот взять вот это дело и пойти вот там, эти все доски. Так, давай-ка я сейчас это все дело... Ага, все. Значит, вот это фальшь, что здесь написано. Сейчас добавим. Ну, слава тебе, Господи. А то я уже испугалась. На, работа. О, вот, молодец. Итак, значит, забираем сейчас вот это дело и идем криозотить в другое место. Идем. Что, закончил уже все? Точно? О, мамочки. Что-то у меня такое подозрение.
Дари. Да, закончил все. Ладно, с ним потом. Не для этого я сюда пришла. Итак, значит, ставим криозот сюда. Сюда кладем. Доски. Вот. Зашибись. Сейчас оно мне нальет.